согласитесь, товарищи родители, ну отдыхать, это же слово «отдых», а не «ох». Невозможно отдохнуть с детьми на море, не узнав, как по-испански «гнойный отит». Невозможно! Скажите, вот что происходит с детьми на шведском столе, вот в отеле? Мне кажется, они там набирают не еду, а болезни на вечер. Так, сегодня я блевану от вот этого вот. Мать посидеет из-за вот этого вот. А как вам их эта актерская игра на второй минуте обеда, когда в них просыпается эта миледи, которая «я больше не могу». Ну что же вы смотрите, господа? Думаешь, Карина, у тебя совесть есть? Ты съела только булочку, а супчик не съела, как обещала. Грешна ли я лишь только потому, что щи дерьмо? Но в меня больше не лезет, о, Мадонна, образуй этих чревоугодников в Санта-Марии, не дай мне лопнуть. Думаешь, господи, ладно, этот десерт будешь? Ну я там вафлю видела.